Здравствуйте! Мы начинаем прямой репортаж об очередных соревнованиях на призы волшебного микрофона. Сегодня соревнуются две сборные. Это сборная школьников города Красноярска и сборная сказочных персонажей. В этом году соревнования проходят по двум дисциплинам. Это лыжные гонки и соревнования по боулингу. Мы находимся на стадионе Ветлужанка, где через несколько минут начнутся соревнования на призы волшебного микрофона между сборной школьников города Красноярска и сборной сказочных персонажей. Не знаешь.